Так, господин если Борзов, у меня такой вопрос. Во время выступления вчера перед прессой господина премьер-министра Иона Кику, вице-председатель партии Михаил Бабшой достаточно жестко так вышел, кричал, что премьеру должно быть стыдно за все происходящее. Это было просто эмоциональное такое выступление господина Бабшой, или все-таки это вот такой был, он вышел, высказал мнение всей фракции таким громким образом? Я увидел после этого то, что эти кадры в интернете. Если бы я знал, и я сейчас честно говорю, если я бы я знал, что Васильевич Кику там выступает, наверное, я бы пошел бы ему тоже, как господин Бабшой, сказал бы ему уйти в правительство, да, там прочесть свое стихотворение, или, по крайней мере, уйти к фракции социалистам, да, госпоже Гречаны, и там прочесть, что ему, ну, что он хочет прочесть. Потому что я больше чем уверен, что господин Кику знал. А вот мне показалось по реакции на его лице, что он не знал о том, что будет происходить в зале. Ну, если он не знал, то, боже мой, это такое унижение для премьер-министра вот этой коалиции. Если он не знал, то я бы на его месте, наверное, извините за выражение, сделал бы какой-то разбор полетов.